Здравствуйте, мои дорогие мальчики и девочки. Давайте поиграем в очень классную игру, которая называется Windbound. Игра просто потрясная, офигенная и крутая. У нас уже четвертая глава. Четвертая глава. И в этой четвертой главе мы продолжаем заниматься поисками наших прекрасных ракушечек. Вот. Так, ну, значит, у нас лодки нету. Это херово. Вот. Придется строить нам лодку заново, потому что в прошлый раз мы просто дико сдохли. Вот, дико сдохли и потеряли нашу лодку. Поэтому, посему мы, значит, займемся строительством нашей лодочки. Вот, построим лодочку и продолжим наше прекрасное и отличное путешествие. Путешествие в поисках ракушки и правды. Вот, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. Вот, и это будет очень классно и очень-очень-очень круто. Так, что здесь у нас? Ну, давайте соберем эти кристаллы. Вот эти кристаллы, по всей видимости, что-то добавят. Так, добавила чуть-чуть немножечко нам морских осколков. За морские осколки мы можем покупать всяческие апгрейды. Ну, давайте возьмем ягод чуть-чуть, пожрем. О, привет, чувак. Так, и начнем строить нашу лодку. Так, давайте в меню зайдем, глянем, что тут у нас. Так, что у нас с лодкой? Так, а с лодкой у нас, я смотрю, нихера. Так, что нам надо? Так, нам надо 3 бамбука, травяная веревка. Травяная веревочка, родная ты моя. Так, давайте посмотрим. Так, травяная веревочка. Так, давайте глянем. Вот наша травяная веревочка. Сейчас мы сделаем. Ага, ну все, замечательно. Травяная веревочка, значит, у нас есть. Так, теперь нам надо что? Правильно, нам надо 3 бамбучка. Ну, давайте посмотрим. Хотя, вы знаете, на этом острове вроде бамбучка нету. Листья пальмовые есть, вся херня есть, а бамбучка нету. Так, ну, давайте пробежимся так, чисто, ну, чтобы для себя, чтобы убедиться в том, что здесь действительно бамбучка нету. Вот здесь, значит, наши носороги ходят. Вот, не будем на них нарываться, потому что, ну, сейчас вообще нет смысла мочить в сортире носорогов. Так, там я смотрю еще один носорог. Угу. Так, ну, нет, да, бамбука здесь нету. Это херово. Ах, ты вот, смотрите, тут лазит кабанчик. Ну, ладно, бог с ним. Пускай лазит дальше. Так, давайте посмотрим. Так, давайте посмотрим, что нам надо на... Травяную каноэ. Надо еще одна травяная веревочка. Ну, давайте создадим травяную веревочку. Вот, еще одна травяная веревочка. Угу, вообще, самый самолет. Так, и... А что это такое? Чешуйчатая обшивка корпуса. Это металлическая обшивка корпуса. А, ну, понятно, это... Значит, можно делать апгрейд. Можно апгрейд делать нашей лодочке. Так, ну давайте создадим травяную веревочку. Угу. Какая в жопу травяная веревочка? О чем я говорю? Создадим травяную лодочку. Вот, отлично. Ну и все. Ну и погнали. Давайте на какой-нибудь остров телепортнемся. Вот, ну и там посмотрим. Давайте сначала вот сюда, вот этот какой-то остров непонятный. Вот, вообще, чем дальше мы продвигаемся по сюжету нашей игры, тем больше у нас островов. Вот, тем дальше разбросаны наши маяки. Вот. Так, ну ладно, давайте глянем, что здесь у нас, и потом, короче, будем заниматься всякой фигней. Вот, вы знаете, честно говоря, мне вот на обычной лодочке нравится больше. Ты плывешь себе спокойно, не заморачиваешься. Да, вы скажете медленно. Да, я с вами согласен. Медленно, но зато уверенно. Так, ну что тут у нас? По всей видимости, это был когда-то храм. Вот такой храм, как вот эта вот вся фигня, куда нам надо эти ракушечки все вкладывать. Так, смотрим. Угу. Так, ну давайте поближе вот сюда подплывем. Угу. Да, вот сюда. Угу. Все отлично. И давайте на разведку сбегаем, глянем, что там такое у нас. Так, лодка, надеюсь, наша не уплывет. Иначе это вплавь, но мы вплавь, конечно, не доплывем, мы просто стухнем. Так, угу. Может, наверху что-то есть. Давайте глянем. Ага, я же вам сказал, здесь есть наверху вся херня. Так, подождите. Ага, ну, все. Значит, осколки тут у нас есть. Ну, осколки, вы знаете, лишние осколки не бывают. Так, а там что у нас?
А там, я смотрю, тоже осколки. Но вы знаете, я в прошлый раз пробовал, короче, перебраться на ту сторону. Ни хера у меня не получилось. Ну и поэтому мы не будем страдать этой хернёю. И, короче, на лодочку и поплывём вон на тот остров. Так, там на том острове наверняка есть маяк. Все, погнали. Поплыли. Да, тучи, конечно, громадные. Наверное, будет дождь. Вот, блин, жалко, я с собой курточку не взял. Блин, промокнем, как вообще, как какашка. Ну вот, начинается, блин, ёбаный свет. Опять я буду мокрый и очень сильно замерзну. Так, ну все, поплыли. Так, ну что, ну почти приплыли. Я смотрю, островов дофига здесь, дофига островов. Ох ты, блин, мне кажется, ливень начинается. Твою ж маковку. Ну погнали, погнали. Так, так, наша задача, вот, найти, значит, вот эти все маяки, а ваша задача подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать колокольчик, чтобы не пропустить наши топовые видосики, а видосики у нас топовые, вот, потому что мы стараемся для вас делать что-то интересное, делать интересный контент. Так, ну погнали. Так, что тут у нас? Ага, давайте здесь аккуратно. Вот, потому что, ну, тут встрять можно. Можно встрять, не по-детски. Так, аккуратненько проходим. Все, прошли, замечательно. Так, ну смотрим. Так, давайте вот эту фигню оплывем, потому что там наши любимые крабики живут. Так, ну, конечно, горы, конечно, большие горы. Так, что там у нас? Давайте глянем. Там у нас кабанчики, я смотрю. Да, здесь у нас кабанчики, и давайте полазим по этому острову, и что нам надо? Нам надо маячки, вот, давайте поищем маячки, вот, здесь есть или нету они, я точно вам не могу сказать. Так, да, остров, конечно, интересный, вот, первый раз мы этот остров, ну, такого плана остров, мы увидели в этом, во второй главе, да. Там во второй главе были такие острова. Ага, вон, смотрите, там какая-то херня. Ну, давайте, короче, к этой херне подбежим. Я думаю, эта херня добавляет нам выносливости. Блин, а маяка я что-то тут не вижу. Но херово. Так, ладненько, давайте немножечко выносливости добавим. Ага, ну и вообще будет самый цимус, алтарь выносливости. Боже мой, вот именно тебя я искал. А там вот этот вот товарищ сидит, он там вот, которого мы тогда мочканули, и он нас мочканул, и мы его мочканули. Короче, мы с ним в расчете. Давайте порубим немножко бамбучка и сделаем, наверное, себе бамбуковую лодочку. Вот, и будем вообще такие модные, хороводные. Так, ну давайте глянем. Ну вот я смотрю, я нашел только два бамбучка. Ну, по любасу должно быть еще что-то. Так, ну подождите, оттуда мы прибежали. Так, ну здесь камни, всякая фигня. Так, ну где же еще бамбучок? Бамбучок, я тебя ищу. Раз, два, три, четыре, пять, я пошел тебя искать. Ага. Нету бамбучка здесь больше. Короче, на всем острове выросло только два бамбучка. Это херово. Херово надо, короче, сеять. Сеять и очень тщательно, потому что, ну, это не дело. Так, смотрим, что тут у нас. Там кабанчики уже спать ложатся. А мы тут, значит, занимаемся херней, ищем бамбук. Так, ну, вы знаете, бамбука здесь, по ходу дела, нету. Так. Ну, давайте еще туда раз пробежимся. Но мы здесь были уже, да. Мы же здесь были, прыгали, лазили. Так, это что тут такое лежит? Что за херь? А, это кости. Ну, давайте возьмем. Кости пригодятся. Из костей можно... Так, это что такое? Что за фигня тоже? Из костей можно делать... Так, ну, а, это логово этого мерзавца. А вот, из костей можно делать стрелы. Да, стрелы. Можно делать стрелы и, короче... стрелять в всяких мерзавцев. Так, ну давайте, побежали дальше. Ну, слушай, хомяк, что ты не спишь? Иди спать, ёбаный свет. Вот. Так, ну, слушайте, давайте попробуем вон туда сбегать. Мне кажется, мы там не были, и может быть там есть маяк. Но я, конечно, сомневаюсь в этом, что есть там маяк. Так, ну давайте не будем будить, пускай ребята спят.
Так, ну, может быть, там бамбучок есть. Так, вот, я вижу. Вижу бамбучок. Это хорошо. Это самый самолет. Так, давайте еще. Отлично. Порубили бамбучка. Мы немножечко. Так, вот бамбучок. Давайте. Давайте тот бамбучок, который есть, весь соберем. Ну, пригодится, пригодится. Из бамбучка можно всякой фигни наделать, я не знаю. Можно сделать палочки-плевалочки и еще что-нибудь. Так. Ну все. Все, я больше ничего не вижу здесь. Вы что-нибудь видите? Нету. Да, здесь, по ходу дела, все. Мы, по ходу дела, приехали. Все. Давайте, короче, вернемся на нашу лодку. Вот. Так, ну лучше, конечно, не падать. Так, это что? Фу, ты мне показался вулкан там. Так, лучше, конечно, не падать, потому что если мы упадем, то, конечно, жизнь наша немножечко уменьшится. И это будет такая печалька-печалька. Так, потому что здесь, чтобы пополнить жизнь, это надо охотиться. Вот это бегать с обосранной жопой и охотиться на кабанов. Ну, так, ну и не только на кабанов, ну, на всякую живность там, на, я не знаю, на кого угодно. Так. Ну, в общем, зря приплыли, почти зря приплыли, вот, мы сюда, но ничего, зато мы тухлых ягод, не, почему тухлых, что-то я сразу это сам, пока они не тухлые, зато ягод мы пособирали, бамбучка пособирали, ну, немножко прогулялись, ну, и все в таком духе. Так, все, поплыли, так, давайте, ну, я даже не знаю, куда поплывем, давайте в ту сторону поплывем, вот, я хотел, конечно, лодку сделать, но ладно, уже в следующий раз. Так, ну все, ну прощай остров, прощай бамбуковый остров. Так, плывем. Вот, вроде дождя нету, это уже радует. Вот, мы не промокнем. Ах, черт, вот эти рифы сраные. Вот, их, в них можно застрять. Так, ну что-то. Что? Ах, вот, смотрите, эти вонючие крабы. Ёбаный свет, а. Слушайте, ну что ж вы такие мерзавцы-то? Ну люди нормально путешествуют. Всякое, ну, пытаются тут спасти мир, а вот это вот гадите, а. Хрен вас побери. Так, давайте оплывем вот эти вот скалы. Вот, ну и ну в том направлении поплывем, посмотрим, что там у нас. Так, ну там, по всей видимости, тоже какие-то острова. Вот, угу. Так, ну слушайте, я смотрю, волны поднимаются, но ничего страшного. Так, ага, да, на вот этом красном острове что-то нихера мы не нашли. Ладненько. Хорошо. Я же вам сказал, с каждой частью, вот с каждой, ну, скажем так, главою, с каждой главой все больше и больше островов. Допустим, вот в первой главе, ну, это я вам так, это сам, пока мы плывем, так, немножко лекцию почитаю. Пока, вот в первой главе, мы когда только начинали, там вот так вот был клочок моря, и вот на этом клочке было три острова. Вот, и вот, короче, и ты туда сплавал, сюда сплавал, и все. И, короче, ты уже все задание сделал. Ёбаный свет, а где чё? Я чё-то нихера не могу понять. Да, конечно. Тут такое, так жестковато, конечно, жестковато. Но вот там вот вроде чё, бля, тут бы, конечно, не вписаться в эту херню все. Вот, если, короче, я лодку разобью, то наш персонаж просто погибнет. Потому что, ну, по задумке игры, персонаж, если попадает в воду, тут вода как кислота. И наш, бляха-муха, смотрите, рифы. И наш персонаж, он просто погибает. Ёбаный свет. Так, ладненько. Давайте, ну, мы, вы знаете, мы хорошо это все оплыли. Вообще, профессионально. Ну, мы же уже давно играем в эту игру. Играем, вот. И поэтому за наше старание подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. Нам будет безумно приятно. Ну вот, честно вам говорю. Так, что тут у нас? Ну, в лучшем случае... О, что это такое? Я даже не знаю, что это такое. Давайте подобываем немножечко. Ага. Камень сердца Левиафана. Этот камень пульсирует энергией, боже. Лук мучения. Из этой херни можно сделать лук мучения. Хм, интересно. Вот этот остров был сделан ради всего лишь одного этого, скажем так, камня. Ну, ладненько. Ладно, давайте. Так, ну, давайте зайдем в инвентарь и посмотрим, что же это такое за лук интересный. Так, так, ага, вот.
Что это такое за лук? Камень. Так, заряженные стрелы, выпущенные из этого лука, создают область, в которой все существа получают дополнительный урон. Стрелы, выпущенные из этого лука, наносят уменьшенный урон. Угу. Чтобы полностью уничтожить врага, сперва лиши его всей защиты. Ну, короче, я хрен его знает. Такая, скажем так, сомнительная штучка. Вот, но ничего. Так, ну давайте. Ну вот. Там мы были, тут мы были. Давайте куда-нибудь еще всплывем. Потому что я что-то нихера ничего не могу найти. Ни одного острова. Тут, не, ну как. Островов тут дохерища, но... того, что нам надо, тут нихера нету. Да что ж такое-то, ёбаный свет. Где что? Алло, народ. Так, ну давайте поплаваем тут. Поблуждаем. Ох ты, блин, промазал. Ну и хрен на тебя. Так, ну что тут еще у нас? Самое смешное, знаете, ну как смешное? Самое интересное, что здесь нет карты. Вот, в этой игре просто тупо нету карты. Вот, ну, вы же понимаете, это же специально сделано. Вот, то есть, чтобы как бы ты позаморачивался слегонца. Если бы была карта, то, конечно, ты, ага, здесь этот остров, здесь этот, туда поплыл, сюда поплыл. Ну и, короче, скажем так, вот, вот, смотрите, у нас, короче, этот самый, как его, лодка начала расти. Вон, смотрите, или это что-то шипы какие-то выросли. Да хер поймешь, короче. Так, ну о чем я говорил? А, я говорил про карту. Вот. Это специально сделано. Просто сделано специально, чтобы ты побольше поблуждал. То есть, как бы, ну, растянул игру, скажем так. Если бы здесь была карта, то пришлось бы там или большие локации делать, ну, или еще что-нибудь. А здесь карты нету, и ты, короче, блин, как ежик в тумане блуждаешь туда-сюда. Что-то находишь, что-то не находишь. Ну, короче, вообще, пипец какой-то, блин. Я ни один маяк не могу найти. Что за херня-то вообще творится? Вот. Ну, вот там вот я вижу остров какой-то. Ну, и он там справа. Ну, вот тут, наверное, храм тот этот сраный. Ну, ладно. Хорошо, бог с вами. Так, ну да, это стопудово храм тот. А, вон, смотрите, вон один остров. Да, я вон даже маяк вижу там. Ну, надо же, мы уже, бляха-муха, 18 минут блуждаем туда-сюда и нашли только один маяк. Ну, это вообще, блин, я херею с этого всего колхоза. Но ничего страшного. И это у нас 5 глава. Вот. Как я слышал в интернете, это заключительная глава. Вот. И, возможно, в конце мы будем сражаться с каким-нибудь херовым чудовищем. Вот. Но вы знаете, честно говоря, я так предполагаю, что мы, наверное, сражаться будем с вот этой ракушкой. Вот. Ну, по любасу, я вам говорю, это 100%. Ага, вот, смотрите, все, наконец-то мы до этой хери доплыли. Ну, это мы только одну эту херь нашли. Ну, вот, маяк. Вот, а у нас еще два надо найти. Ну вот, смотрите, мы блуждаем 20 минут, короче, и нашли вот один маяк только. Вот, так. Так, стоямба. Так, 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 так. Давайте вот, наверное, сюда прям мы пришвартуемся. Все, отлично. Угу, все. Так, по красоте пришвартовались. Ну вообще, класс. Так, ладно, давайте продолжим. Ах, слушайте, это хреновые эти самые шарики, вонючие шарики. Это каловые шарики. Ах ты, блин, ну они, конечно, эти каловые шарики, они не очень, но ничего страшного, мы с ними уже дрались. Ага, все, одним меньше. Угу, так, они тупые, пока развернутся, то это вообще будет. Так, так, копье с наконечником, но оно у нас... потихонечку, я смотрю, ломается. Это херово. Но ничего, мы потом что-нибудь сделаем. Вот. Ага. Так, что тут у нас? Миско. Ну, замечательно. Так, а там что у нас? Угу. Так, так, ну мы со всех каловых шариков пособирали все. Или нет? Ну, вроде со всех. Так. А, не, вот еще с одного не собрали. Он как-то это самое так в травке спрятался, а вот мерзавец. Так, ладненько. Угу. Все, есть. Так. А он вон оттуда упал. Ах ты, сволочь такая-то. Слушай, ну не хотел нападать на них, вот честное слово. Вот эти каловые шарики, они, блин, иногда вымораживают. Особенно, знаете, когда в таком лесу блуждаешь, где вот их много. И вроде убегаешь от них туда-сюда. И это самое... А их все больше и больше. Они вылупляются из этих, из дупла, блин, вылазят. И за тобой уже штук 10 бежит этих...
коловых шариков. Так, ну, смотрите, хорошо. Одну ракушечку мы нашли. Это очень-очень хорошо. Замечательно. Кира у нас молодец. Кстати, если вы не знали, эту девочку, ну, нашего главного героя зовут Кира. А вот вы знаете, я случайно это узнал, честно говоря. Я что-то там на лодке плыл, и мне по смс-ке на телефон пришло сообщение: «Кира, спаси мир». Ну и Кира, естественно, пошла, короче, спасать мир. Ну, молодец. Вот. Ну, ёпта, должен же кто-то мир спасать, а? Не, ну, как вам сказать? А то Марвел постоянно спасает и спасает мир. Да что ж такое-то? Ну, вот Кира решила тоже спасти мир. Так, ну давайте нашу лодочку оттолкнем. Ага, все, мы оттолкнули эту херню. Все, ну и давайте попробуем выгрести. Вот так вот. Ага, все, развернулись. Ну ничего, классно. Так, ну куда нам дальше плыть? Вот, я даже не знаю. Так. Так, ну давайте куда-нибудь поплывем, что ли, блин. Вот, может, в ту сторону или в ту. Ну, куда-то, короче, надо плыть. Я не. Вот. Хоть бы какие-то метки были, что ли, блин. А то ни меток, ни хера. А, ну, допустим, я-то найду эту всю фигню. Да, вон, видите, вот этот остров. Вот, а там, короче, вот этот маяк. Так, один маяк включен у нас. Ну, замечательно. Ну, я вижу, вижу, дорогой ты мой человек. А где остальные маяки? Куда ты, бляха-муха, их спрятал-то, а? А хер его знает. Он сам не знает, куда он их спрятал. Так, ну ладно, поплыли. Так, что тут у нас? Так, ну давайте оплывем это. Ну, вы знаете, вот я, честно говоря, могу просто забыть, где находится храм. Вот честно вам говорю, просто могу забыть и все. Вот. Так, ну ладно, поплыли. Так, ну и нам копье надо сделать, потому что копье у нас, конечно, вообще полный дуплец. Так, вот смотрите, там остров у нас еще один какой-то, но это не факт, не факт, что на том острове есть маяк, ну вот, ну хорошо, ладно, так, аккуратно, вон этот храм сраный, ну ладно, ничего, вот, если наша Кира за что-то взялась, она, конечно, это сделает, потому что мы очень серьезные. Так, слушайте, ну это не вот тот каловый остров, где вот эта вот вся херня вот это вот происходит. Ну вот это вот, ну как вам сказать, вот это ядовитый остров. А может быть это ядовитый остров, вы знаете. Ух ты, блин, ё-моё, блин, чуть на рифы не напоролся. Ёпаный свет, да что ж такое-то. Эти головастики-то уже ж достали меня, а. Так, все, поплыли дальше. Так, ну слушайте, а чё мы забрали? Ах ты, ну скотина, ты ж посмотри, ты что ж делаешь-то, друг? Ты мой хороший. Ага, а, ну вот, я чувствую, у нас на обед будет мясо этого краба. Но мясо краба это тоже хорошо. Ладно, погнали. Да, да, я был прав, это вот этот вонючий остров. Но что поделаешь, может быть на этом вонючем острове есть один из маячков. Так, давайте. Вообще, я вам скажу честно, эти вонючие острова... Острова, а не острова. Ну надо же, сказал же такую херню. Вот эти вонючие острова, они опасные. Тут вообще все опасное. Тут вообще втюхаться и сдохнуть вообще можно на раз. Наша задача какая? Задача номер один. Так, давайте разве... А, не, нифига, уже все, мы приплыли. Задача номер один, найти маяк. Вот, и сваливать. Да. Только вы знаете, блин, я лодку свою могу потерять. Где находится маяк, я не знаю. Тут вот на этом острове опасно. Здесь и лягушки, и всякая пара... Во-во-во, я же вам говорил, здесь опасно на этом острове. Блин, вот теперь нас отравили. Да что ж такое-то? Ну, ладно, постоим немножко, оклемаемся. Так, ну все, вроде нормально. Так, давайте что-нибудь сожрем. Так, так, что у нас там? Ну, это стрелы, это понятно. Так, это сырое мясо краба. Давайте ягод сожрем, что ли. Но, по ходу дела, ягоды нам не сильно помогли. Кусочек сырого мяса. И это кусочек сырого мяса. Ладно, бог с вами. Так, давайте искать. Потому что, вы знаете, не на всех вот этих островах есть этот самый маяк. Потому что это так задумано. Потому что. Так, ладненько, давайте. Это, по ходу дела, осколки. Вот, давайте осколки соберем. Отлично, морские осколки. Спасибо. Очень приятно. Угу. Так, смотрим. Что тут такое? Ах ты, это каловые шарики.
Да что ж такое-то, блин, вот нам не везет. Но по ходу дела я вот смотрю, я маяка не вижу. Вы видите маяк? Но вот я не вижу. Так, эти каловые шарики, от них надо как-то избавляться. Да, потому что они так мозг срать и будут. Ах ты, сволочь такая. Ах ты, блин, вот мерзавец, а. Я вообще не хотел сражаться, ну ладно. Блин, я вот чувствую, я на этом острове сдохну опять. Да что ж такое-то? Блин. Ладно, короче, сваливаем. Идите нафиг вы. Так, ну смотрим. Господи, блин, откуда же вы беретесь? Говнюки вы такие. Так, что? Ну тут маяк. Маяк я понял, я вижу. Так, здесь что у нас? А, вот он, волшебные грибы? Ага, замечательно. И вот там вот наша любимая лягушечка. Да. Тогда я помню просто... Ах ты, блин, вы посмотрите, а они за нами гонятся, вы понимаете? Они, короче, это самое, не отстают. По ходу дел я не вижу. Я не вижу здесь маяка. Вот, так, давайте грибов насобираем и пожрем немножко. Ага, так. Давайте еще грибов пожрем. Угу. Так, отлично. Но, блин, ну нету. Нет, не вижу. Вот там вот лягушка-то лазит, но с ней лучше, короче, не это, не связываться. Так, здесь мухи летают. Так. Блин, а где же это самая наша лодка? Так, так, так. Ладненько, хорошо. Но по ходу дела здесь лодки нашей нету. Давайте попробуем залезть на что-нибудь высокое и посмотреть. Ну нифига, честно говоря, я нифига не вижу нашей лодки. Но это херово. Да, это херово. Мы, конечно, можем новую лодку сделать, но как-то вы знаете... А, вон она, все. И мы нашли. Мы нашли нашу лодку, ну и надо сваливать отсюда. Да е-мое. Я не нашел здесь маяка. Где маяк, хер его знает. Вы знаете, не на всех островах есть маяки. Так бы было неинтересно, если бы на всех островах были маяки. Так, ладненько, давайте поплывем в какую-нибудь другую область. Ну, даже не знаю куда. Так, ну давайте для начала просто отсюда смотаемся. Угу. Так, что тут у нас? Рифы... Скалы, ну, короче, все подряд, все 33 удовольствия. Так, блин, ничего не вижу, вообще ничего не вижу. Ах ты, блин, ну я ж сказал, ё-моё, здесь вот так облажаться можно вообще на раз. Так, все, выплыли мы с этого говнища. Ну, давайте, это, ох ты, блин, сейчас врежемся. Давайте, короче, будем искать дальше. Угу. Так. Но вы знаете, этим и хороша игра, то, что тут вот не все под рукой. Так, ну здесь, надеюсь, пройдем. Угу, да, пройдем. Ну, вот, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. Так, ага, ну все, смотрите, мы прошли здесь. Ну да, здесь дофига вот этих всех камней, рифов. А они, кстати, рифы эти появляются ниоткуда просто. Раз и появились, и все. Вот это вот и прикол. Я один раз, короче, встрял на этих рифах, но это ужас какой-то был. Так, ну давайте. Вот я смотрю, вот там вот что-то виднеется. Возможно, там есть маяк. Я чувствую, мы долго здесь будем по этой карте плавать, искать маяки. Потому что, ну, это апофеоз. Так, нам бы куда-то, блин, приземлиться и немножечко это сам перекусить, пока там это мясо не стухло у нас. А то если мясо стухнет, то его, естественно, жрать будет невозможно. Так, ну на этом острове мы были. Так, давайте, вы знаете, здесь в этой области несколько таких тухлых островов. На одном острове нету маяка, а на одном острове есть. Потому что, вы знаете, я эту карту уже прохожу, бляха-муха, не могу ее пройти. Ну, для того, чтобы я прошел ее, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх и оставляйте свои комментарии. Ну, если вы это сделаете, может быть, у меня получится. Так, смотрим, что здесь. Это тот же остров или это другой уже? Ну, хрен его знает, я не знаю, честно говоря. Ну, давайте выплывем отсюда из этого. Так, ну вот, смотрите, наше мясо начинает помалеху тухнуть. Да, ну ладно, хрен с ним, давайте. Все-таки будем надеяться, что это другой уже остров. Вот, потому что, ну, блин, надо что-то делать, надо искать это все говно. Попадался, мне как-то на тухлом... Ох ты, блин, посмотрите, какие коварные рифы. Вот, попадался мне на тухлом острове маяк, я вам серьезно говорю. Так, я вам не вру. Так, ну давайте найдем место, где нам немножко пришвартоваться, потому что, ну, никак. Никак, я смотрю, тут эти самые скалы кругом. Вот, нам надо где-то пришвартоваться и, ну, естественно, здесь побегать. Но, вы знаете, у меня такое чувство, что здесь все-таки есть где-то маяк.
а вот именно на этом острове. Но да, но вопрос заключается в другом. Если мы найдем на этом острове маяк, а где же третий? Третий найдем, но и мы запаримся искать этот самый. Да что ж такое-то, что везде скалы-то? Мы запаримся с вами искать храм, потому что храм там где-то хер знает где находится. Так, ну ладненько. Слушай, а чё, здесь негде припарковаться, что ли? Да чё за фигня? А, ну, возможно, вот здесь вот, где-то можно паркануться. Так, что нам надо сделать? Наша задача номер один. Просто тупо найти этот самый маяк. Так, но прежде чем его искать, надо, конечно, пожрать что-то. Вот, потому что не жрамши, не срамши. Вот у нас ничего не получится. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. А мы увидимся с вами в следующих сериях.